Традиционно уже на нашей Советской площади, напротив администрации, будет установлена сцена с большим экраном, где в 10 часов начнется трансляция парада с Красной площади. Посмотреть парад с Красной площади можно также и на площадке у Вечного огня. В 11 часов на улицах нашего города, в центральной части. Это дворец культуры Гагарина, это дорога к храму, площадка за универмагом центральной. Будут работать интерактивные площадки, посвященные этой теме, Великой Отечественной войне. В 12 часов у мемориала, у Вечного огня будет проходить митинг. Я бы хотела отметить, что также традиционным у молодежи стала эстафета, которая проходит по улицам, по центральной улице нашего города. После окончания митинга где-то в 13:15 будет дан старт эстафете. Одним из главных событий 9 мая это организовано будет шествие бессмертного полка. Построение бессмертного полка будет на проспекте Красной Армии, напротив администрации. Построение начнется в 14:30. В 15 часов начнется движение бессмертного полка. И мы ожидаем, что еще большее количество будет наших жителей, которые пройдут в колонии вместе с портретами своих погибших, умерших родственников. Приглашаем, активное участие в этом всегда принимает молодежь, жители. Приглашаем всех в 14:30 к зданию администрации у проспекта Красной Армии. В 16:30 на большой сцене будет проходить гала-концерт творческих коллективов, победителей конкурса «Наследники Победы», который проводился во всех учреждениях культуры, образования нашего района. После того, как закончится концертная часть, опять же, любимый наш оркестр, муниципальный оркестр, выступит с часовой программой. В 20 часов на сцену уже выходят профессионалы, профессиональные артисты. Будет первой выступать группа «Перформин», интересная вокальная группа. И в 21 час мы приглашаем всех жителей, желающих посмотреть выступление Стаса Пьехи. Ну и, как всегда, заканчивается мероприятие нашим праздничным салютом. В этом году в небе 10 минут будут залпы нашего салюта.